попробую испытать насос. Нужно отсюда откачать воду на зиму. А, да? Ух ты, задымился. Задымился? Он пустой, не должен работать, с водой должен работать, блин. Сюда не крути, пока не крути сейчас. Я вот так отрежем нахуй, вот так. Да? А? Расплавится весь сейчас. Фу. Дай я пущу. Ну, не хватает. Короткий шланг нужен. Вот такой нужен все. Вот. Сюда прям вливает. Ну давай отрежем, хер с ним. Да я тебе говорю, отрежем. Ты уже, блядь, его загубил, наверное. Давай. Туда, да, стрелка? Да, крутить надо вот так. Нет. Ага. Да, да, да. Наоборот дует. Ну, видишь, вот отсюда поднимается, дальше не идет, блядь. Попробуй, знаешь как? Сначала вот так. Попробуй вот так. А потом поднимешь сюда. Когда вода будет. Да, 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 да. Попробуй вот так. Ух ты, блядь. Закрутился, закрутился. И все на этом. Не, попробуй опять не запусти. Короче, мы с такими темпами будем до вечера. Конечно, дрель горит. Мы и дрель спалим. Давай, убирай. В общем, ты деньги только на вечер выбросил. Да? Конечно, мы полторы штуки, штук, вот такая пластмасса. И полторы штуки должна быть металлическая, с сальниками внутри. Вот это полторы штуки, а это, блядь. Там крючатка стоит, блядь, больше ничего. Да. Твою мать. Короче, испытали насос. Херня, короче. Оказалось полнейшая. Проще ведрами вычерпывать, чем через эту пиндюрку пытаться что-то откачать. Ах. Короче, понятно все.